Уже на подходе к производственным цехам чувствуется отчетливый запах специй. Посещение компании «Спасский» и партнеры главой муниципалитета Валерием Венцелем началось с небольшой, но очень информативной и насыщенной экскурсии. Так как на производстве работают с пищевыми ингредиентами, тут очень строго с гигиеной. Высоким гостям выдали халаты, шапочки, респираторы, бахилы и перчатки. Все сотрудники также работают в средствах защиты. Мы не занимаемся химией, у нас абсолютно все натуральные продукты, и мы делаем в основном вкусоароматические бленды. Да, что это значит? Что мясоперерабатывающее предприятие берет только мясо, добавляет наш вкус. Да, это все сделано из натуральных, да, вы это все увидите, да, и потом получает уже готовую колбасу. Компания «Спасские партнеры» на рынке с 2011 года. Начинали как дистрибьюторы пищевых ингредиентов для мясоперерабатывающей промышленности, а затем через 4 года решили открыть собственное производство. На данный момент мы полностью продаем продукцию под собственной торговой маркой, и в данный момент это порядка 80-90 тонн в месяц. Чтобы понять, много это или мало, из 1 килограмма наших ингредиентов делается 100 килограмм колбасы. Сейчас в компании работают 74 человека, и она продолжает развиваться. Нам работа очень нравится здесь. У нас очень хороший коллектив, у нас очень хорошая развивающая программа. Тренинги обязательно проводятся по личностному росту, а также по постановке целей. У нас очень хорошая корпоративная библиотека, где мы можем тоже развиваться, брать книги, читать. Михаил Нырков трудится здесь уже 5 лет. За его плечами работа в таких гигантах, как Компомост, Черкизово и Царицыно. Здесь он ведущий технолог в экспериментальной лаборатории. Мы занимаемся отработкой новых экологических вкусов, пищевых добавок для производства. Это для кафе, столовых и больших предприятий, которые занимаются мясоперерабатывающей промышленностью. Любите свою работу? Да, очень. Михаил – один из 20 сотрудников компании, кому за профессиональные заслуги глава муниципалитета вручил памятные медали в преддверии 90-летия Ленинского района. Я хочу выразить слова искренней благодарности, когда предприятия, которые развиваются, которые работают на территории нашего муниципалитета, еще принимают активное участие в общественной жизни муниципалитета, это очень знаково для нас. Мы благодарим, что вы всегда с нами. Валерий Венцель поблагодарил сотрудников компании за работу и пригласил на празднование 90-летия Ленинского района на стадион «Металлург». Екатерина Борисова, Александр Логинов, Сергей Ларин. Видное ТВ.